Всем привет, вы на моем канале. Сегодня обзор вот на такую китайскую зажигалку Turbo. То есть пришла она вот так в разборном состоянии, в разобранном. Получается такая же, вот так получается ножка. Вот такая вот зажигалка, там внутри что-то уже какие-то штучки плавают, надпись разъебалась. Вот так, что тут у нас? Такая штучка пластиковая, здесь металлическое сопло, это все пластиковое остальное. Будем свет. Можно сделать вот так вот, то есть получается, типа, чтобы не держать. Вот, ну и газ внутри. То есть приходит без газа, обязательно без газа, потому что не пропустят такую зажигалку через таможню. Ну и вот, и такая жига, не очень дорогая она стоит. Всем советую прикупить, ссылку оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующих видео.